Тверская область продолжает укреплять сотрудничество с Исламской республикой Иран. В эти дни в столице Верхней Волжи проходит рабочая встреча представителей торгово-промышленной палаты региона с делегацией из азиатского государства. В общении также принимают участие тверские предприниматели. О первых итогах визита иранских гостей в наш город в материале съемочной группы Тверского проспекта. В этом году делегация из Исламской республики Иран гостит в Тверской области уже во второй раз. Напомним, в марте столицу Верхневолжья посетил полномочный посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали. На встрече с губернатором Игорем Рудейни стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. После этого уже делегация тверских предпринимателей побывала в азиатской стране. А 14 октября представители Ирана вновь приехали в Тверь на встречу с представителями торгово-промышленной палаты региона и бизнес-сообществом. Кроме заверений о большой дружбе, что, в общем-то, очень важно, но это относится не к нам. Торгово-промышленная палата и участники сегодняшней встречи, а это именно практическое решение тех вопросов, как заниматься бизнесом на конкретных предприятиях, на конкретных людях. Как отметили участники рабочей встречи, сегодня у Тверской области и Исламской республики Иран есть большой потенциал для сотрудничества в разных сферах. Причем речь может идти как об импорте, так и об экспорте с обеих сторон. Опыт и успешные примеры взаимовыгодного партнерства уже есть. Дело за расширением этой работы. В этом уверена и иранская сторона. Тверская область имеет хороший потенциал в экономике для сотрудничества с Исламской республикой Иран. И сегодня мы хотим усилить, укрепить эти отношения. Новое правительство, которое вступило в должность в Иране, заинтересовано в увеличении уровня экономического сотрудничества с Россией. Собравшиеся сошлись во мнении, что наиболее перспективными направлениями совместной работы являются нефтегазоперерабатывающая отрасль, производство комбикормов и гражданское строительство. Добавим, что в прошлом году внешнеторговый оборот Тверской области с Ираном вырос более чем в два раза. При этом экспорт региона в 8 раз превышает импортные поставки из Ирана.